Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 16 августа. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю Светлану Шигнанову с днем бракосочетания. По республике неустойчивая погода. Ночью по юго-западным и местами южным районам дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 4-9, при грозах порывистый. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 11-16, днем плюс 20-25, при дожде до плюс 18. По центральным районам ночью плюс 12-17, днем плюс 22-27. По южным районам ночью плюс 12-17, по юго-западу плюс 6, днем плюс 21-26. В столице Бурятии утром и днем возможна гроза с коротким дождем. Ветер переменный ночью 4-9, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью плюс 14-16, днем плюс 23-25. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 716 миллиметров ртутного столба. Истинный рецепт салата оливье неизвестен. В 1860 году его изобрел Люсьен Оливье, владелец ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве. Салат стал сразу исключительно популярен, однако рецептуру и способ его приготовления Люсьен Оливье держал в тайне. Известно лишь, что в его состав не входили морковь, горошек, соленые огурцы и колбаса. Зато точно входили оливки, каперсы, рябчики, раковые шейки. Это был прогноз погоды на ТВ, с вами был Олег Шигнанов. Оливье же, конечно, должен поставить памятник, как всенародно любимому салату россиян. Зато я знаю секрет винегрета.